Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Отношения Ханде Эрчел и Керема Бюрсена были предметом постоянного любопытства в журнальном мире. Однако недавно эти отношения оказались в центре скандала. Все началось с того, что Керем поделился фотографиями в своих аккаунтах в социальных сетях. Керем Бюрсен начал постоянно делиться фотографиями с Ханде Эрчел в своем аккаунте в Инстаграм. Эти фотографии, некоторые из которых были романтическими моментами, а некоторые – закулисными, привлекли внимание их подписчиков. Однако все внезапно изменилось. Ханде Эрчел поделилась публикацией, в которой отреагировала на фотоспам Керема. Из его собственного аккаунта в Инстаграм, интересно, будет ли это немного более размеренно. Была сделана запись. Эта заметка вызвала большое удивление в журнальном мире, поскольку пара обычно избегала делиться своими отношениями в социальных сетях. Эта реакция быстро распространилась в социальных сетях и СМИ. Фолловеры начали думать, что отношения пары пошли наперекосяк. Особенно было истолковано заявление Ханде, поскольку она сочла публикацию фотографий Керема чрезмерным. Однако после инцидента Ханде и Керем хранили молчание. Ни официального заявления пары, ни какой-либо другой информации в СМИ не было. Это молчание еще больше взволновало тех, кому было интересно узнать о реальной ситуации в отношениях пары. Реакция Ханде Эрчел на фотоспам Керема Бюрсена вызвала большое удивление в журнальном мире. За этим скандалом в отношениях пары продолжают с большим любопытством наблюдать фолловер и СМИ. Ханде и Керем, хранившие молчание после скандала, с нетерпением ждут своих следующих шагов. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.